Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать зеркало лучи. Вырезаем из картона круг размером как зеркало. Делаем разметку и по разметке выкладываем направляющие. Красим наши лучи серебряной краской. Я использую аэрозольную краску с эффектом хрома. После того, как высох первый слой, красим еще двумя-тремя слоями. Приклеиваем зеркало и закрываем торцы стразами. Вырезаем из пенопласта круг, красим его белой грунтовкой. После того, как грунтовка высохла, накладываю небольшое количество текстурной пасты на круг. Распределяю пасту по всему кругу. Толщина пасты должна быть примерно 2-3 мм. Thank you.
После того, как паста высохла, окрашиваем ее аэрозольной краской. Вы можете выбрать любые другие цвета, которые вам нравятся. Вырезаем круг из пенопласта. Красим его белой грунтовкой. После того, как грунтовка высыхает, наносим узор текстурной пастой.